Ну что, я хочу сказать всем большое спасибо. Мы наконец-то выиграли, мы показали то, что мы можем забивать. Да, конечно, игра была очень сложная, напряженная. Мы забили, это главное, победа. Отстояли опять на ноль, я тоже считаю, что это большой результат. Но мы еще себя покажем, мы набираем обороты. Считаю, что все будет лучше и лучше в следующий раз.